Где-то стресс, где-то, наверное, лень. И как-то килограмм за килограммами, так незаметно, до соточки. И вот. Дискомфорт одеться, в плане того, что сапоги, допустим, ботинки. Так, в принципе, хожу нормально, даже бегаю постоянно с ребенком везде. Но все, надо как-то себя подкорректировать, чтобы было еще комфортнее намного. Какую часть тела ты бы вот хотела вот убрать? Вот здесь очень бы хотелось животик? Бы убрать. Да. Очень бы прям хотелось. Муж меня любит такой и такой. Но он поддерживает меня во всех моих начинаниях. То есть он за, чтобы вы похудели? Да. А он худенький? Худенький. Да. Будет тогда вообще на руках носить? Да он и так носит. Да? Он сильный? Сильный, да, сильный. О, ходит, он жилист. Так может нафиг этот проект? Нет. Нет. Цель поставлена. Хочется сбросить эти килограммы, чтобы было все прекрасно.